В Ростовской области рухнул фронтовой бомбардировщик Су-24. Власти сообщают, что оба пилота успешно катапультировались и живы. На борту самолета не было оружия, боекомплекта, взрывов не было. И вообще самолет совершал учебную задачу, учебный полет. Правда это или нет, я не знаю. Ну, конечно, у нас же властям надо верить. Между тем, никем не избранный, обнуленный, завтра, 10 числа, проведет заседание Совета Безопасности РФ, на котором, очевидно, будут обсуждаться злободневные вопросы, дорогие друзья, такие как Крымский мост, такие как ситуация с Украиной и прочее, прочее, прочее. Добрый вечер, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мой труд, друзья. И знаете, в общем, конечно, дело пахнет керосином, хочу вам сказать. На самом деле все всерьез, и дело пахнет керосином. Вот, к слову, за моей спиной вы видите желтый микроавтобус, на котором написано что-то вроде «Крысоловы». Но это, наверное, не «Крысоловы» на самом деле, а киношники кино снимали. Так интересно, в такие непростые времена люди вот ухитряются отдавать себя искусству. Прошу прощения, я вытру объектив. Льет дождик, изморозь опять над столицей. Прекрасная осень, теплые денечки. И настроение должно было быть несколько романтичным, задумчивым. Элегия, стихи, поэзия, возможно, встречи с прекрасным представителем другого пола и все такое. Вместо этого в душах и головах у людей, у многих вопросы. Что будет дальше? Что ждет нас впереди? И знаете, боюсь, что у меня нет особенно позитивных ответов на эти вопросы, а есть рекомендация к вам, друзья. Я был военным медиком, и до этого я получил образование как фельдшер в Москве в медучилище и работал на скорой помощи. Хочу вам сказать, что вот эти вот практические знания, они зачастую весьма-весьма важны для того, чтобы попросту спасти чью-то жизнь. Друзья, предупреждаю и прошу, обзаведитесь аптечками. Пусть у вас будет аптечка у каждого человека. Закупите бинты, закупите марли обязательно, потому что эти вещи будут исчезать и пропадать. Потому что отношения со Средней Азией окончательно рухнули, а хлопок-то ведь оттуда. Вот, слава кому там, Путину, прошу прощения, я грязно выругался. Вот, обязательно имейте перевязку, имейте жгут резиновый или ремень, имейте кусок пластика, два куска пластика имейте. Для чего пластик, сейчас все быстро, вкратце вам расскажу. Жгут накладывается на 1-2 сантиметра выше раны, ближе к сердцу, то есть ближе к сердцу, вот что значит выше. Если ранение в шею, берите, накладывайте жгут на шею, да. Только другой конец жгута не вокруг всей шеи, а другой конец жгута проведите под мышкой. Или попросите человека закинуть руку так, и вокруг руки, понимаете, ну, чтобы не задохнулся человек. К сожалению, я снимаю один, и не на ком показать, некому снимать, а то бы я, конечно, провел инструктаж. На самом деле, по оказанию первой помощи это очень важно, так можно спасти жизни. Вот, друзья, главное в полевых условиях, в случае травмы, чтобы не было кровотечения, его необходимо останавливать. А в этом случае в первую очередь останавливайте кровотечение, не думайте так уж о чистоте и о стерильности материалов, чем есть, чем придется.
если придется, одеждой, кусками ткани. Останавливайте кровотечение, накладывайте на рану тугую повязку, компрессирующую. В случае, если ранение пулевое, скажем, к примеру, в грудь, на грудь, на место дыры проверяйте, потому что может быть как входное, так и выходное отверстие, оно будет больше. Так вот, на эти отверстия накладывайте те самые два куска пластика. Пластик приклеивайте. Лучше, чтобы у вас и пластырь медицинский был в аптечке. Или как минимум прибинтовывайте. Лучше приклеивать. Повторяю, один угол нижний оставляйте недобинтованным, недоклеенным. Он будет как клапан, из него воздух из легких будет понемножку стравливаться. Потому что легкие — это орган, который находится вот в среде отрицательного давления. Если пробивает грудную клетку, наступает пневмоторакс или гемоторакс, который приводит к тому, что легкое скукоживается, и человек погибает от удушья. Что ж, в случае, если ранение в глаз, перебинтовывайте оба глаза. Почему? Потому что глаза движутся синхронно. Да, вроде, да? Так вот. И если вы человеку только один глаз перебинтовать, он будет двигать, и двигаться будут оба, и раненый тоже. Перебинтовывайте оба глаза. Главное, сохраняйте спокойствие в чрезвычайных ситуациях, серьезно, рассудительность и здравый смысл. Ни в коем случае не поддавайтесь панике. Вот это я говорю искренне, серьезно, потому что страх и паника погубили огромное число жизней. Вот. В случае перелома хорошо бы иметь еще и шину. Это хотя бы линейка, хотя бы деревянная линейка или рейка деревянная, которая прибинтовывается к месту перелома, и так кость фиксируется, и она хотя бы не двигается в разные стороны. Понимаете? Те, у кого были переломы, понимают, о чем я говорю. Если человек без сознания, лучше, чтобы он лежал на боку, потому что язык человека – это очень частый убийца бессознательного человека. Язык западает в гортань. В случае чрезвычайных ситуаций при большом числе жертв полевые медики берут большие английские булавки, прокалывают язык пострадавшего и прикалывают его к воротнику пострадавшего же человека. В случае наложения жгута обязательно записывайте время, когда вы наложили жгут. Если человек без сознания, можно его же кровью у него на лбу написать время. Кроме шуток, это общепринятый медицинский способ в медицине катастроф. Если человека придавило конечность чем-то тяжелым, он находился так какое-то время, не торопитесь снимать этот груз, вначале наложите жгут на рану. Имейте медикаменты, хотя бы простейшие, аспирин, анальгин, имейте обязательно антибиотики, обезболивающие. Вот, фильтры для воды, повторяю, я много раз это говорил и повторяю. Имейте, друзья, фильтры для воды, имейте запас провианта хотя бы на несколько дней. Запаситесь шоколадкой. Кроме шуток, шоколад немало жизней спасал. Недаром шоколад входит в рацион летчиков, в паёк спасения летчиков, подводников и так далее. Вот. И сахар, имейте сахар, потому что у диабетиков при шоковом состоянии, психологическом и так далее, может начинаться гипогликемическое состояние, нехватка, резкая сахара в крови, и это может вызвать падение в обморок, кому, смерть. Я не гарантирую то, что власти РФ, нелегитимные, на мой взгляд, совершенно власти РФ, будут нам с вами помогать. Вот. И я не поверю их эвакуации, потому что при этой эвакуации обязательно будет какая-нибудь вакцинация. Вот как они сразу стали говорить, когда началась мобилизация, что всех мобилизованных необходимо шарануть.
Вот такие дела. Если вы медик, будьте во всеоружии, потому что это весьма вероятно наш с вами звездный час. Будьте готовы. Вот. Друзья, еще, да, конечно, я давал рекомендации, прячьтесь на полу и так далее. Если начинается какой-нибудь кабыздец, они не стесняются стрелять по жилым домам и так далее, уходите. Уходите из своих домов, от своих домов подальше. Да и бомбоубежищам этим верить особенно нельзя, потому что я ребенком лазил по своему бомбоубежищу. Смотрите мой утренний ролик. И оно было несколько этажей, несколько уровней вниз. Сейчас они только один уголок крохотный готовят, где едва несколько комнат, 4 или 5, там едва-едва разместится человек 50. А остальные жильцы бомбоубежища в Москве, боюсь, находятся не в самом лучшем состоянии. Да. Вот, а у нас какой-то квест-клуб, бомбоубежище в другом секторе, еще что-то. А если дом рухнет после там обстрела, не дай бог, а если завалит, как люди будут выбираться? Это вопросы, на которые власти должны давать ответы. Они должны крутить телепередачи постоянно людям с правилами оказания первой помощи, со всем этим, с эвакуацией, как уходить, что брать с собой. Но власть этого не делает. Вот, поэтому я прошу вас, друзья, делитесь этим видео и будьте готовы ко всему. Неизвестно, что бункер объявит завтра, что будет завтра, но что-то будет и будет препоганнейшее. Почему? Да, потому что буквально вчера Дмитрий Песков, пресс-секретарь, говорил, что в ближайшее время никаких выступлений не планируется. И вот, смотрите, планируется. Хладнокровие утрачено. Я чувствую оттуда страх. Не бойтесь, не паникуйте. Я вовсе не сею панику. Я просто хочу, чтобы вы и как можно больше из нас с вами вынырнули из реальности телешоу. И чтобы мы поняли, друзья, что все всерьез и на самом деле достаточно печально. Вот. Добавлю напоследок, интересные события происходят в Иране. Там дикие волнения, погибло уже почти 20 деток. Вот так вот. Давление идет на всех, кто смеет оказать помощь РФ. Нас погрузили в изоляцию. Нас? Почему нас? Потому что мы пассажиры этого корабля РФ, понимаете? Мы его пассажиры, причем по неволе. Я, например, не выбирал это название, я не выбирал этот тип государственности. Я прекрасно понимаю, что они все там коррупционеры, чудовища, людоеды и прочее. Поэтому я пассажир по неволе, как и вы, друзья. Мне зрительница сказала, что так ты говори людям, чтобы они там паспорта сжигали. Нет, я такого говорить не буду, это личный выбор каждого. И, конечно, хочется нам всем просто нормально жить по-человечески, но они этого нам не дадут. А как там это расшифровывалось? План утилизации территории и населения, аббревиатурка. Вот такие дела, дорогие мои друзья. Не теряйте веры в лучшее, сохраняйте, пожалуйста, человеческий облик, человеческое поведение и достоинство, чтобы нас не ждало впереди. Сохраняйте гуманизм и человеколюбие, что бы то ни было. Это самое сложное испытание, положенное христианину. Сохраняйте человеческое лицо. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мой труд. Там же вы найдете ссылки на 2 телеграм-канала и 2 ютуб-канал. Подпишитесь, пожалуйста, дорогие друзья. И еще прошу вас, молитесь по соглашению, молитесь хотя бы просто раз в день, молитесь, друзья, молитесь о мире, молитесь о гуманизме. Вот к чему приводит поганый недомачизм, вот к чему приводит милитаризация. Вот к чему приводит хроническая систематическая ложь. И добавлю, если
ты не занимаешься политикой, это не значит, что политика не занимается тобой. Вот как нами занимается политика. Пробуждайтесь, дорогие друзья, еще раз делитесь этим видео. Помогай нам Бог, заведите аптечки, заведите свой личный сухой паек. Серьезно, будьте готовы, потому что если вдруг что, надо будет выбегать из дома. Если у вас нет бомбоубежища в доме и все такое, а метро далеко или станция неглубокого залегания, избегайте больших инженерных сооружений, мостов, потому что они могут быть целями. Избегайте всяких гидротехнических сооружений, избегайте высотных зданий. Лучше всего где-нибудь пережидать беду в парке, кроме шуток. В парке под деревьями, конечно, потому что это наименее вероятные цели. Ну, кому нужно по парку, да? Вот, думайте головой, думайте. Будьте готовы ко всему. Я еще раз настоятельно призываю вас к объединению. Искренне, от всей души. Что ж, если что, я с вами. Простите за все, до свидания, или прощайте, если Господь Бог уже смилостивится надо мной. Хорошего вечерочка от одинокого Захарыча. Пока.